тропических лесах, где опасность подстерегает на каждом шагу. Чатер, меня раздери, плохой котик! Борясь со страшной снежной бурей и холодом. Замерзаю. Где повсюду враги, а помощи ждать неоткуда. Мне пора. Сила слайма помогла Сэму добраться до награды. Держи, герой. Я иду. Так, посмотрим. Так. Забыл пароль. Ребята, за мной. О, вы здесь? А я разгадал пароль от телефона Сью. Значит, придется придумать пароль посложнее. А нам пора начинать. А у тебя уже есть какие-то идеи? Расскажи. Давай я лучше тебе покажу. Сегодня мы будем мастерить крутой сейф. Оп, и все готово. И там можно будет хранить все на свете? Ну, конечно, все, что захочешь. Например, я там спрячу пароль от своего телефона. Но начнем с основы. Нужно склеить эти картонные кружочки. Эй, Сьюзи, отдай! Прости, но сейчас мне это нужно. Сможешь сделать такую же деталь, только меньше? Ага, я быстро справлюсь, поверь. Отлично, а я подготовлюсь к следующему шагу. Нам понадобится лист бумаги размером 19 на 11 сантиметров. А еще двусторонний скотч, который мы прикрепим по краям. Вот так. Оп! Кот в костюме. Любопытно. Ладно, Сьюзи, что дальше? Сэмми, а где детали? Ты их потерял? Нет, просто от тебя спрятал. Я тебя слишком хорошо знаю. Значит, найти их будет не так уж сложно. Теперь можем начать делать основу нашего сейфа. Да. Эй, а можешь побыстрее работать? Мои секреты долго ждать не будут. Лучше не торопиться. А то секреты могут и выпасть. Но, Сьюзи, нам все-таки нужно ускориться. Я так долго не смогу хранить свои тайны. Ладно, ладно. Оп, теперь их две. Ну, как дела? Все хорошо? Угу, так, ага. Ничего не вижу, Сьюзан. Не может быть, внимательнее смотри. Это была проверка. Мы вставим одну трубку в другую, чтобы секреты были надежно спрятаны. Но его все равно легко открыть. О, я знаю. Нужна надежная защита. Я уже подготовил чертеж. Можешь такое сделать, Сью? Я уже сделала. Но что мы с этим потом будем делать? Цветы, пироженки, ну и скорость. В таком случае нам нужна еще одна деталь, но уже с шестиугольником внутри. У меня тут проблемы возникли. Сэмми, ты мне не поможешь? Еще как помогу. Вот, и приклей двусторонний скотч по краям. Сейчас все сделаю. Интересно, скотч действительно очень липкий. Посмотрим. Ах ты, беда, Бо! Сьюзи, помоги! Я прилип! Ох, Сэмми, вечно ты во что-то влипаешь. Если так хочешь приключений, то лучше помоги мне согнуть уголки. Ну, не знаю. А это интересно и опасно? Конечно! Если этого не сделать, о твоих секретах узнает весь мир. Лови! Этого нельзя допустить! Сейчас вернусь. Куда Сэм делся? Он должен был вернуться давным-давно. Сьюзан, быстрее, я в беде, точнее наша поделка. О, какая милашка, иди сюда. Что ты? Я его не знаю. Сьюзи, смотри, кажется, змея тоже хочет сохранить свои секреты. Или она просто ждет своего друга. Посмотрим. Ну вот, я же говорила. Это не комната, а джунгли какие-то. Ничего не понимаю, что это такое? Ну ты же хотел приключений, а это просто новая часть нашей поделки. Нужно сложить все части так, чтобы они совпадали с нашим многоугольником. Да, давай, Сьюзан, ты все правильно делаешь. Осталось совсем немного. Кстати, ребята, не забудьте обязательно поставить нам лайк. Обязательно. Теперь нужно соединить две эти части вот так. Ничего сложного, правда? Давай-ка я тебе помогу. Оп. Эй, Сьюзан! Давай в этот раз без приключений. Эти детали нам нужны. Но без приключений ведь неинтересно. Эй, а это сюда как попало? Ого! Ух ты, идеально подходит! Сьюзан, смотри, что я нашел! Ого! Интересно, кто же это здесь оставил? Смотри, смотри! Видишь этот номер? Значит, есть еще одна деталь. Я должен ее найти. Сьюзан, мы начинаем поисковую операцию! Ну что, Сэмми, нашел что-то? Пока нет, но я ищу. Может, она тут? Сьюзи, смотри, я нашел! Я знаю правила, теперь их нужно соединить, как и предыдущие. Давай быстрее. Ладно, ладно, но на этот раз нам нужна полоса пошире. Оп,
Вот что должно получиться. Также мы вставим внутрь вторую деталь, когда уберем защитную часть со скотча. Все отверстия должны совпадать. Потрясающе! Сьюзан, что дальше? Нам нужно сделать еще две таких же детали. Ребята, уверены, у вас получится. А теперь можно наконец собрать наш сейф. Так, начнем, Сьюзан. Я так хочу поскорее спрятать туда свои секреты. За работу! Сначала отмерим 1 сантиметр в центре одной из наших сторон маленького многоугольника. Теперь нужно соединить отметку с линиями на трубе, да? Сьюзи, помоги! Постой! Да, вот так! Осторожнее, главное не промазать! Сью, у нас получилось! Отлично! Детали надежно скреплены клеем, нам осталось только проделать отверстие. Не торопитесь и работайте осторожно! Нет, не нужно. Вот, теперь это уже похоже на сейф, правда? Ага, тут даже 1 секрет спрятан. Сьюзи, ты проверь. А, что тут? О, Сэмми, как это мило. Что? Эй, ну и хитрый ты слайм. Не плачь, я потом дам тебе конфетку. Ой, не надо, Сьюзан. Итак, ребята, наш сейф готов. Никто не украдет мои сокровища и секреты. Что? Что это? Сьюзи, Сьюзи, у нас проблемы. Что случилось? А? Чеддер, меня раздели! Лары! Кто-то сломал мой сейф! Совсем сломал! Кто это мог сделать? Специальный агент Сьюзан, что тут произошло? Ага, было совершено преступление. Все понятно. Ваш сейф недостаточно надежный. Но как это возможно? Мы же вместе его делали! Сьюзан, ты мне помогала! Ну, ты ведь поспешил и собрал его без меня? Нужно добавить кодовый замок. Принеси, пожалуйста, тонкую бумажную ленту. Ладно, теперь я глаз с него не сведу и буду следить за каждым твоим действием. Отлично, тогда смотри и повторяй. Нам понадобится 3 такие детали. А куда же их крепить? Посмотрим. Нужно прикрепить их прямо к отметке, да? Верно, Сэмми. Понял. Готово! Отлично! Теперь посмотрим, как все работает. Мы снова соберем удивительную конструкцию. Вот так. Ага, кажется, я начинаю понимать, как это все будет работать. Мы вставим вторую трубку прямо в отверстие на многоугольнике. Вот так. Минутку, давай-ка отметим верное положение, а то я все забуду. Отличная идея. Оп! А теперь перемешаем все. Вот так. Сьюзан, крути, крути еще, давай! Кажется, он надежно закрыт. Я сейчас проверю, дай-ка. Ого, Сьюзи, ты не все продумала? Упс, Сэмми, прости, мы сейчас кое-что добавим. Что-то я сомневаюсь, ты уверена, что теперь все надежно спрятано? Попытка номер 2. Думаю, что на этот раз все должно получиться. Хочешь проверить? Легко. Думаю, все в порядке. Сэм, погоди. А какой пароль? Я об этом не подумал. И что нам делать? Вот сейчас и придумаем. Нам нужны будут украшения. О, обожаю эту часть. У меня столько идей. Так давай воплощать их в жизнь. Может, придумаем несколько паролей? Но тогда твои секреты снова могут украсть. Давай сейчас придумаем один, а потом поменяем его. Вот наш пароль. Его знают только ты, я и наши зрители. Ребята, вы никому не скажете, правда? Я вам доверяю. Ага, теперь наш суперсейф готов к приключениям. Нужно получше его спрятать, чтобы Сэм не нашел. О, да, началась охота на сокровища. А какой пароль?
Первая буква «С», потом «А», а потом, конечно, «М». Отлично, открывайся. Сэмми, смотри, получилось. Наконец-то я их нашел. Эй, стойте, а кто съел конфеты? А? Серьезно? Странно, скорее всего, кто-то нашел сокровище раньше, чем ты. Сьюзан, ты ответишь за свой бан? Ребята? Ребята, мне пора убегать. Всем пока. Надеюсь, до встречи в следующих видео. Ах ты предательница!